Дорогие друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью. Наконец-то мы закончили наш проект в этом году «Отдых детей на море с прифронтовых районов». Что хочу сказать. Благодаря вам, дорогие друзья, отдохнуло около 1500 человек, мамы с детками. У нас было 10 смен. Мы заплатили за это все мероприятие более 35 миллионов рублей. Не каждый фонд может похвастаться вот таким мероприятием. Помимо этого, мы не только вывозили детей, мы помогали людям, привозили вещи, привозили стройматериалы, закупали, устраняли последствия обстрелов. Также мы снабжали продуктовыми наборами от фирмы «Август», от фонда «Прифронтовые районы», посещали ПВРы, помогали старикам, помогали с лечением тяжелобольных. В общем, очень много работы сделали. И это все исключительно только благодаря вам, только благодаря вашей поддержке нашей великой и огромной страны. Также к нам поступали средства из-за рубежа, из ближнего и дальнего зарубежья, с Белоруссии, с разных других стран. Огромное спасибо. Огромное спасибо Татьяне Николаевне Монтян. Благодарю подписчикам. А вас основные пожертвования были от ее друзей. И благодаря этому, возможно, мы спасли жизнь не одному ребенку, потому что, находясь на линии фронта, подвергаясь постоянным обстрелам, они могли пострадать. А мы в это время их вывозили на отдых, подальше от обстрелов. Также мы подарили этим детям частицу, вы знаете, такого мирного, прекрасного детства, которого они были лишены. Они играли, вы сами видели в видео, в подъездах, потому что возможность выйти на улицу у них не было из-за налетов беспилотников и постоянными обстрелами. Но есть еще один маленький момент. Это мы еще остались должны за проживание и отдых деток около 1 000 000 рублей. По сравнению с той суммой, которую вы помогли собрать благодаря вашим пожертвованиям, мы уже заплатили 35, осталось 1 000 000. Я думаю, что в ближайшее время мы эту сумму погасим, и у нас будет все прекрасно. Также у нас в дальнейшем начинается проект, это новогодние поздравления деток и прифронтовых районов, и детки, которые вышли с освобожденных территорий. Огромное спасибо вам, ребята, низкий вам поклон за все, что вы делаете. Будь добры!